Bande Guru Pada Dandam Bhakta Binda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nithananda Sahoditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charanodayam Gopi Jano Samayuktam Binda Banam Manoharam Ванчакалпатарувасчакипасиндубевача Патитананг павонебха вайшнавибхьо намо намаха Муканкароти вачаланг пангунланг хайтагирим Яткипатамаханг банде парамаанандамадавам Бриндавайтусидеввайпиявайкешвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритто Нарунчайва Нароттамам Девинг Сарасватинг Васам Тато Джайо Мудире Шанкиртане Кришна Катхупадеше Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодваруна Дейям Сада Парибхавагна Бхавиштадухам Титас Падам Сива Виренчанутам Сараньям Бхитатихам Банутапал Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарана Равиндам Ятпада Паллавана Качанда Маничатай Биспуриджита кимапикабхавадушвадарш Пурнанурагра сасагра сарамуртихи Сарадхикамай ката кипанкараш Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Аддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддхайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Аджануламбита бхужау канака бодато Шанкиртаной капитару камалайо такшо Вишамбару дижавару джагадхарма пало Банде джагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхаванурупенна саданаранам Ганга таранга рамания джата калапам Гаури нирантара бибуши тавам бхагам Нараяно приямананга мада пахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджуша бадане Лакшмир джаша ча вакшаши Джасястихиде самбид Твам нишинга махам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе.
Vijito Rishiko Vayu Viradanta Munasturagam Jaya Jatanti Yantumati Lolomupaya Kida Vesana Satam Rito Samabahaya Guru Charanam Banija Ivaja Santa Krita Karno Dharaja Lodhau Vijito Rishiko Vayu Viradanta Munasturagam Jaya Jatanti Yantumati Lolomupaya Kida Vyasana Satamrito Samavahaya Guros Charana Banija Ivaja Santa Krita Karno Dharaja Lodhau Gauriya Goshtipati Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Paramahansa Jagadguru told that preaching is only possible for those devotees, those who are going to accept all the acharan, siddhanta, vichara of Gauranga Mahaprabhu. Gaudiya Goshtipati Srisila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что проповедь возможна только для тех преданных, которые принимают учение, все учение идеализм Шри Чайтанья Махапрабху. Только такие преданные могут проповедовать, остальные не должны проповедовать, которые не могут в своей жизни применить учение Шримана Махапрабху, иначе в процессе так называемой проповеди будет противоположный результат. Учение, идеализм Шри Чайтанья Махапрабху — это очень серьезные вещи. Если кто-то сможет принять его учение, то он сам обретет благо и сможет дать это благо другим. Иначе Шрила Прабхупада говорит, что мы должны проповедовать сами себе, и потом мы должны проповедовать другим, когда мы сами достигнем успеха в чем-то. И это большая сиддханта. Все наше Гауди общество, все наше Гуру-варга, они находятся на уровне этой абсолютной истины. Не находясь на этой абсолютной, на уровне абсолютной истины, не достигнув этой абсолютной платформы, никто не может говорить об абсолютной истине. Это невозможно. Дургаме патхиме андхасшо скалат пада гатир муху кипа са кипа данено сантаха санту аваламман. Дургаме патхиме андхасшо скалат пада гатир муху. I am blind. Мы слепы. I am blind. Слепой человек, когда ищет что-то, куда идти, как идти. И то этот путь очень опасен. Путь баджана очень опасен. У меня есть практический пример. Давно, по милости Гурупад Падме, я отправился в Гималайи. Парикраму святых мест, если очень сложно там было, опасно. До Гомука никто не может дойти. Мало кто, очень редко кто доходит. Гангутри еще ходит, а на Гомук редко кто, почти никто не ходит. Я даже забрался туда, где запрещено забираться. По милости Гурудева это произошло. И вот я знаю, материальная жизнь, она очень опасна.
Она подобна какому-то опасному приключению, а путь баджана еще более опасен. Первое, то, что мы слепы. Второе, множество опасностей подстерегает нас на пути. And all the time I'm sleeping. All the time I'm sleeping, unfortunately. And in that case, what will happen? Кришнадас Кавидас Госвами speaking. А если еще мы спим в процессе, то, ну, не имеется в виду, то не находимся в таком осознанном состоянии, то Гуру Вайшнава — это единственная поддержка для нас. Муху значит то, что мы постоянно так находимся в таком спящем состоянии. Гуру Вайшнава — это наша единственная поддержка. И та шлока, с которой я начал, она очень важна. Она десятая песня, она очень важна. Очень глубокая философия там о Гуру Таттве. Чтобы обрести контроль над своими органами чувств и умом, это очень сложно. Ум, он находится за пределами способностей нашего контроля, поэтому Арджуна сказал Кришне, что ум подобен ветру. Подобен урагану даже. Как можно его остановить руками? Невозможно. И поэтому Арджуна говорит, ты даешь наставление мне о контроле ума, но я думаю, это невозможно. Как ветер никогда не может быть контролируем, и Бхагаван Шри Кришна говорит, да, правильно. Ташьям, здесь значит ум. Ташьям, неграхам манне, байурива судускара. Ташьям, тася значит наш ум. Обрести контроль над нашим умом, это практически невозможно. Судускара, это очень сложно. Но Бхагаван Шри Кришна говорит, что все же это возможно. И как же с помощью вот абьяса, непрерывных усилий? Практикуйте абьяса-йогу. И с помощью абьяса-йоги, которую нужно совершать под руководством садгуру, можно обуздать ум. И вот здесь говорится, это невозможно, но с помощью непрерывной практики под руководством садгуру мы сможем это сделать. Вчера я говорил о саньясе. Харидас Такур, он лучший саньяси. Вишну Прия Деви на лучшей саньяси Шинь. Шинивас Ачарья, он лучший саньяси. Вот в Шинивас Ачарья внешне можно найти. У него было две жены одновременно. Но они лучшие саньяси. Что такое саньяса? Это полное посвящение себя лотосным стопам Бхагавана и настроение, стремление найти наилучший способ служения и удовлетворения Бхагавана. Такое настроение у нас должно быть.
что и как сделать для него наилучшим образом. Будьте уверены, что он вечный саньяси. Бхагаван Шри Кришна говорит в Гите. Тот, у кого нет враждебности ни с какими живыми существами и нет никаких надежд на какие-то посторонние вещи. И когда враждебность появляется, когда у нас есть какая-то зависть, но Гуру Вайшнава за пределами всего этого. Иногда они говорят, когда жестко может быть, ну, для того, чтобы дать нам урок, но враждебности у них нет. И вот, когда мы преодолеем все эти ограничения, то мы увидим, что весь мир полон блаженства. Если мы достигнем того уровня. Ясмин сарвани бхутани атмайва бхут вижанатаха. Ясмин in Upanishad define. В Упанишадах говорится. Ясмин сарвани бхутани атмайва бхут вижанатаха. Татро косоко ко мохо екаттам анупашьята. Если я вижу, что вы мое сердце, я вижу, что вы мое сердце, как я могу бороться с вами? Если я вижу, что вы дорогой мне, близкий, дорогой, как это возможно? И поэтому Бхагаван в Упанишадах говорит такие слова. Infatuation or, you know, lamenting, where from coming? Because you can find the whole world in relation to the super soul. No body is beautiful woman, nice, handsome. Что когда мы видим весь мир в связи с сверхдушой, когда мы видим душу во всем? Whole batch on this world can go on. New batch can come. И так поколения сменяются за поколениями. Но майя, она мешает нам понять это. 100 лет или около того. Может, какие-то люди живут около 100 лет, кто-то больше, кто-то меньше, но в среднем около. Но в среднем... За 100 лет все население меняется на новое. Жизнь непостоянна. Многие могут говорить об этом, но на практике кто может осознать? Просто говорить очень просто, вот на практике, кто может все это почувствовать? Я не какой-то университетский лектор. Чтобы вы ожидали какие-то красивые лекции от меня. Я не лингвист. Чтобы вы ожидали какой-то красивый язык от меня, но что вы можете ожидать от меня, то прямое чувство, которое я... Прямое осознание, которое я обрел от моего гуру Падпадмы, я могу поделиться с вами, если вы заинтересованы. И вот когда саду видит весь мир, в его связи с Бхагаваном, Кришна говорит об этом. И Махапрабху, он во Вриндаване он обнимал растения, деревья, прикасался к ним.
И когда он шел через лес, во Вриндаван, мимо Джараканды проходил, что случилось? Там даже по дороге мы встречались тигры, слоны, олени. Он обнимал их, и они, никто из них не нападал на него. Такое возможно только во Вриндаване. Во Вриндаване это естественно, никто не нападает ни на кого. Все находится в гармонии. Вы не мой враг. И эта идея друзей и врагов нехороша. И вот Шрила Намачарья Харидас Такур, сам Шри Чайтанья Махапрабху, Рупа Санатана, все. И вот мой Гуру Падма говорил, что кто-то... пытается как-то напасть на вас, оскорбить, унизить перед публикой, пускай делают. Не беспокойтесь. Поскольку мы не стремимся к славе, зачем беспокоиться об этом? Беспокоиться мы должны, когда у нас возникают какие-то посторонние желания, а если наша жизнь зависит от Бхагавана, то чего ж нам беспокоиться? Манаса гехо дехо. И вот в этом киртане говорится, что я все предлагаю лотосным стопам Верховного Господа, всю свою жизнь и все, что у меня есть, и в соответствии с твоим желанием я живу и оставлю этот мир. Что я могу оставить для себя? И вот вчера я говорил. И вот Шрила Прабхупад говорил, что если у нас нет вожделения внутри нашего сердца, если наше сердце посвящено лотосным стопам Бхагавана, то какой страх может быть у нас? Иначе... И вот Шрила Прабхупад говорит, что те, кто не заинтересованы в саве, хотят жить как-то спокойно, чтобы их никто не беспокоил. И в этом выражается пассивное вожделение. А если мы преданы, то мы должны быть готовы встретиться с любыми трудностями на нашем пути. Киртана Шрила Бхактивинода Такур пишет, что если какие-то проблемы, какие-то трудности встречаются на пути твоего служения, я с радостью их принимаю. И это мое абсолютное блаженство, абсолютная радость, если я встречаюсь с различными проблемами в процессе моей Гуру Вайшнава Сева. Но все же я счастлив, поскольку я совершаю Гуру Вайшнава Сева. И я очень счастлив. И вот таким образом. Какие-то говорить, какие-то лекции, это просто, но понять, осознать какие-то духовные истины гораздо сложнее, и поэтому ядовитая змея, она
хотя была в той же пещере, где жил Харидас Такур, она не причиняла никаких проблем. Мой гуру Падма говорил, если кто-то завидует, враждует с вами, пытается как-то оскорбить, без всякой причины. В итоге можно увидеть, что они уходят. Ну, такие люди, они не живут долго вообще. So this way, if somebody going to disturb you, somebody going to ignore you, somebody going to insult you, why you are feeling problem? И вот если кто-то оскорбляет нас, то зачем беспокоиться, если мы не стремимся к славе? Наоборот, будет больше времени у нас, чтобы были бесполезные люди, не будут приходить. И вот если у нас есть какой-то анибхилаш, какие-то посторонние желания, это не так плохо. Но если вы привязаны к своим посторонним желаниям, вот в этом и настоящая проблема. In that case, all your Harikatha preaching in front of them almost useless. Because they are not going to. Harikatha can go and bounce, you know, one ball. И вот если у нас много посторонних желаний в сердце, то Харикатхана не дойдет до нашего сердца, она отразится как от стены. А если настоящая Харикатха заходит в наше сердце, то тогда мы запросто обретем великое благо, нет никаких сомнений в этом. Даже Радхарани говорит так. Who is going to speak Sham Nam in front of me? Кто говорит? И вот Радхарани говорит, кто повторяет имя Шьяма передо мной, оно входит в мои уши, входит в сердце и вызывает реакцию там. Это вот стих из Махаджан Падавали. Кто повторяет имя Шьямы? Имя Шьяма, оно входит в наши уши, мои уши входят в сердце, и мое сердце, но там, оно реагирует на это имя. Харикатха, оно никогда не пропадает зря, будьте уверены. Но если у нас есть какие-то оскорбления, то Харикатха, она отразится от нашего сердца и не повлияет на нее. Как вчера я говорил о том, что кто-то неосознанно выпил яд и умер, осознанно или неосознанно, если мы принимаем яд, но с огромной верой. И вот здесь также есть примеры, что вот Мирабай, например, бы пытались отравить, но она не умерла. Но ей принесли яд, сказали, что это Чаринамрита. Та с огромной верой приняла эту Чаринамриту под видом, яд под видом Чаринамриты и не умерла. Прохлад Махараджа тоже отец пытался отравить. Не обязательно нам так далеко, такие далекие примеры вспоминать. Вот в Калне, например, здесь недалеко. И вот Махарадж ездил туда по этим, там был наборщик текста. И вот там место Горидас Пандита, Суридас Пандита. И вот там был один преданный, он хотел соблюдать идеальным образом все правила и предписания.
fasting, night time you cannot sleep, but this Вакадыши, да, не спал ночью. Сложно это все. И вот он соблюдал Экадаши. You can stay and don't disturb. You can do Harinam whole night and go Nityananda close, night time close. И вот он в храме Гуру Нитянанды соблюдал вот это ночное бодрствование в Экадаши, его пускали, его знали там, и вот внезапно полночь прошла, около часа, какая-то ядовитая змея и вот там на какой-то цементной скамейке эта змея лежала, тут на нее облокотился. Змея в отместку укусила его. Вот тот не успел даже крикнуть. Very, very painful condition. Snake bite. He is approaching. И вот он так подковылял еле-еле к месту, где Чинамрита стояла. И вот он. И вот он как-то перевязал руку, чтобы яд не распространился дальше по телу. И вот он с Хари Кришна Махамантрой, он взял несколько ложек Чернамриты, принял их, не шумел, причем не кричал, поскольку Гуру Нитянанда спали, что вот он не хотел их беспокоить. Open the tomb, find is in faint condition, but he was alive. Snake bite could not kill him. И вот укус змеи не смог его убить. Even today, даже сегодня. Even today, if one Mahapurush try to remember what I said, even today I can challenge. It is the commitment of Shastra. Even today. И вот если есть Махапуруш, как Шрила Бхакти Прамод Пуридев Госвами Махарадж, который поклоняется Шилаграму, this Charanamrita, any disease, like cancer, вот эта Чернамрита, она помогает от всех болезней. Big disease. Big disease, impossible. Like, you know, cancer, like, you know, dangerous, leprosy, follow. Yeah. Even some special disease there, which is if you enter your blood, you cannot kill. You can apply medicine every day. You will have to take minimum 2,000 or 3,000 medicine, and that germ can sleep. Doctor only can rent. Ну, в общем, Махарадж говорит, что настоящая Чинамрита, она помогает от всех болезней, как от простых, так и сложных. All disease possible. If you have 100% faith in Charanamrita, если у вас есть 100% вера в Чарнамриту, то вы можете исцелиться от любых болезней. Can take Charanamrita? If you have 100% faith. Now somebody will, I took Charanamrita, not giving. Кто-то жалуется, что пьет Чарнамриту литрами, но не помогает. Но это из-за того, что веры мало. Если у нас есть такая непоколебимая вера, что
Чаранамрита из избавит нас от всех возможных и невозможных болезней, то тогда она избавит. Это ее чудесное свойство, но день за днем мы теряем нашу веру. В этом главная проблема. Вера — это основа всего. И вот Харидас Такур. Мы не можем сказать, что Харидас Такур. Он гений. Нет, это очень дешевое сравнение. Харидас Такур — он лучший из преданных Гауранги. И с помощью Харидас Такура мы узнали, что даже люди, которые хотят убить нас, но вот они вот показал пример, даже если кто-то хочет убить нас, то если положиться на имя Кришны, то оно спасет нас. Нужно также видеть на примере Прахлад Махараджи, его тоже пытались всячески убить, но не могли ему ничего сделать. Его пытались скинуть в океан, скинуть с горы, скинуть в колодец, кинуть в огонь, запереть в пещере, отравить. Ничего не помогало, поскольку Прахлад Махарадж — это не какое-то материальное тело. Если мы материальное тело, то можно умереть запросто, но если мы не материальное тело, а бессмертная душа, чинмой, то кто может принести нам какой-то вред? И таким образом, Ричик Муни, или кто-то говорит, Брахма или Прахлад, они явились как Харидас Такур. Как Харидас Такур, он не какой-то мусульманин и не браман, и не шудра, и не кшатри. А Харидас Такур — он чистая душа. Он вечный спутник Нити Паршат Верховного Господа. И вот это не столь важно, с какой страны он пришел, родился, где мы родились. Это тоже не столь важно. Это не столь важно, какому пути раньше следовали. Важно, что сейчас и где мы сейчас находимся, чем мы следуем. Харидас Такур — это живое свидетельство. Харидас Такур — он символ чистоты. Он символ абсолютного посвящения. Харидас Такур — он символ любви и всего остального. Это Харидас Такур. И как его можно сравнить с кем-то? Харидас Такур родился в деревне Буран, на территории Бангладеша сейчас. Кто-то говорит, что родился в брахманской семье, потом как-то к мусульманам попал. Кто-то пытается доказать это, поскольку у них нет веры вайшнавов. Если у нас есть вера вайшнава, непоколебимая вера, то зачем задавать такие глупые вопросы, как Садананда Свами браман или кто, с какой касты, с какой страны? Садананда Свами, он Садананда Свами, великий преданный. Никакой браман не может сравниться с ним. Тысячи браманов не сравнятся с таким чистым преданным, как Садананда Свами. Когда читал его книги, его статьи, я был восхищен.
Как это возможно? Это возможно только потому, что находился с Шрилой Прабхупадой. И по его милости такое явилось в его сердце. Я люблю вайшнавов, я не думаю, что кто-то приехал с какой-то Америки или России. Я не думаю никогда об этом. Я люблю вайшнавов, вне зависимости от того, где они явились, его Харидас такого. Почему во Вриндаване есть множество примеров. Я могу показать вам, что есть такие философы, красиво говорят, но никогда в своей жизни не говорят о Шиле Бхактивинода Такуре и Прабхупаде. Могут прикрываться Гуранга Махапрабху, чтобы какую-то дешевую славу получить и одурачить обычных людей. Такие люди не имеют ни капли любви к Гаудиматхе. Гаудиматху просто повторяют какие-то шлоки о Махапрабху, чтобы обрести дешевую славу. Когда я написал книгу «Возвышение сына сознания», как это так называется, out of corona, he didn't sign. He was from Bengal, very idiot, like demo. But all other people sign. I also sent this copy to that sadhu who can speak nicely. И вот Махарадж вот эту книгу свою, Четана Джагау называется, он разослал всяким министрам и прочим. Ну, каким-то известным людям это они прочитали. Вот там же книга о коровах была, о защите коров, но вот этот человек, вот как потом, ну, для лектора из Вриндавана просто это не смог одобрить эту книгу, и он еще постоянно говорит, что Сутадев Госвами, он браманом был, потому что у него нет веры в вайшнавов. Если у него была бы вера в вайшнавов, то у него не было бы никакой привычки утверждать, что Сутадев Госвами был браманом. То есть это такое стремление из неверия к вайшнавам возникает. А Сутадев Госвами про себя говорит в Бхагаватам, это есть, что Сута, он из низкой касты. Он сын Лоу Махаршана. Он сам про себя говорит, что родился в низкой семье, но по милости Верховного Господа все проблемы, они ушли. Люди рождаются в низких семьях из-за каких-то греховных действий, но к вайшнавам это не применимо, это действительно, что люди рождаются в каких-то низких семьях, низких кастах из-за своих предыдущих дурных действий, но к вайшнавам эта формула не применяется. Если Харидас Такур, думаю, будем думать, что Харидас Такур родился в низкой мусульманской семье, поскольку родил, совершал грехи раньше, или Рагунандас Госвами родился в семье торговцев, тоже нет хорошей жизни. Это глупо думать так. И вот есть такая шлока. Вайшнавы не обусловлены ничем. И Харидас Такур, если родился в мусульманской семье, то что из этого? Поскольку наш Адвайта Госвами Махавишну, он сказал Харидас Такуру, почему вот когда Адвайта Ачарья принес ему подношение первому,
тот спросит, зачем ты мне принес эту шрадху, и брахманы должны принять эту шрадхапатру. И вот Адвайта Гасай проводил шрадху под своему отцу. И вот Адвайта Гасай не было веры в шрадху, но в шрадхи, но если бы он не делал, то никто бы этого тоже не делал, чтобы показать, дать пример людям, обычному обществу, что он этим занимался, он совершал все эти ритуалы, предлагал просад усопшим предкам, конечно, повторять харинам и совершать базы гораздо лучше, но он в каком-то обществе жил, поэтому занимал там высокое положение, поэтому должен вести себя так идеально. И вот пригласили брахманов, вайшнавов, и брахманы очень разгневались, поскольку Адвайта Гасай это подношение со шрадхи с первым предложил на мачарьях Харидас Такура. Хотя, и вот народ начал возмущаться, что тут какого-то мусульманина первого кормят, мы крайне возмущены, уходим. Адвайта Гасай сказал, подождите, тут столько приготовили, что тысяча брахманов может поесть, а те обозлились, обиделись и ушли. Но все же Адвайта Гасай не изменил своего мнения, не просил прощения у них за то, что Харидас Такура первым накормил. Нет, он ничего такого не делал. Ушли, так ушли. И вот Харидас Такура тоже начал возмущаться, что зачем ему первому дали, а не брахманам. Адвайта Ачарья сказал, что пускай гневаются, я следую шастрам. Что же ответил Адвайта Гасай? Адвайта Гасай сказал такие слова, они в читании Бхагавати, читание Чайтамрити приводятся. Адвайта Гасай сказал, не думай, не беспокойся, я следую шастрам. И я следую тому, что говорится в шастрах. Если ты примешь просад, это будет подобно кормлению сотен миллионов брахманов. Поскольку накормить чистого преданного – это лучше, чем накормить десятки, сотни миллионов брахманов. И вот он сказал такие слова, что мой ачаран в полном соответствии с шастрами, что накормив тебя, чувство кормления такого чистого преданного, как ты, оно более значимо, чем кормление десятков миллионов брахманов. Так что пускай все хотят, пускай уходят. Но они ушли, и потом вечером пришли, поскольку начался шторм. Хотели приготовить что-то поесть, но огня не было. Поскольку спичек там в то время не было, просто огонь сохраняли. Нужно было искать деревню, у кого есть огонь, чтобы поджечь. Поскольку был сильный дождь, ветер, весь огонь задуло. И вот они обошли пять деревней вокруг, и нигде огня не было, везде задуло. И в итоге они поняли, что они совершили оскорбление. Они на следующий день пришли и сказали, что мы съедим просад, который вы нам предложили, но остыл уже, но ничего страшного. Мы вчерашний просад они съели. Это называется Харидас Такура. Каждый день наш Адвайта Гасай, он кормил Харидас Такура. Харидас Такура не был готов принимать. Он говорил, почему ты кормишь меня каждый день?
Адвайта Госай был очень счастлив. Адвайта Госай был настолько счастлив, что он не мог прекратить его кормить просадом. И вот Ахарадас Такур жил большую часть времени в какой-то пещере, там на берегу Ганги. Там, в общем, в каком-то холме из глины был, была пещера, он там жил, повторил Трилака Харинама. И вот люди приходили к нему на даршан, жаловались, что не могут зайти к нему в пещеру. Тут что-то не так, какая-то змея, наверное, там. И тот сказал, что змея не видел никогда тут. Но люди говорили, что все-таки что-то тут не так, такое жучье чувство какое-то. Мы не можем находиться там. И мы пришли получить твой даршан, но не можем зайти, там наверняка змея какая-то. И вот преданные ушли, и Харидас Такур опечалился. И вот Харидас Такур начал молиться, если есть... Если есть какая-то великая душа, Харидас Такур не говорил о змея. Хотя внешне там не видно было никого, Харидас Такур сказал, что есть в этой пещере какая-то великая душа. Пожалуйста, дайте мне позволение уйти, либо уходите сами, поскольку тут преданные не могут приходить сюда. И Харидас Такур сказал так, что давайте либо, что пожалуйста, уйдите в какое-то другое место, или я уйду, поскольку преданные, это мое сердце, они не могут приходить сюда из-за вашего влияния. И вот Харидас Такур после обеда увидел, что большая змея выползла и уползла куда-то из его пещеры. И она никогда не возвращалась. И это зовется Харидас Такур. Майя Деви. Сама Майя Дурга, она явилась ему. И перед Харидас Такуром она пыталась всячески соблазнить его, но Харидас Такур не чувствовал никакого влечения к ней, и она попросила дать ему харинам. И перед этим, и вот еще, когда Харидас Такур был в Бинаполе, на границе Бангладеша, это хорошая граница, не пересекает обед, у него в Индии находится только. И вот в Бинаполе была Харикатха, и там я отправился в Баджан-Кутир Харидас Такура. Это очень важное место. Харидас Такур from Burangaon come and take shelter of И вот Харидас Такур там был, повторил харинам. И этот местный землевладелец был очень завистлив. Рамачандра Кхан его звали. Все уважают Харидаса, я землевладелец, меня должны уважать. И вот как такая же история как с царем Вену. Питу Махарадж coming,
first come out one tribal, very like Negro coming out, and after that, again they are turning the hand to hand, one Orchi, Lakshmi, and Ritu Maharaj is actually coming in the Narayan. Ritu Maharaj is Bhagavan, Shaktabhishav. So, и вот этот тоже был очень разгневан, этот землевладелец. И вот он организовал какую-то красивую проститутку, чтобы это опозорило Хридастакура. Hello. Haridasa Thakur have no enmity. Just now I told them in the beginning. If you have no enmity with anybody, some step against you, you can die. You cannot survive. Враждебности никому, то Господь защитит вас. И вот он послал какую-то проститутку Лакахира, ее звали. With some contact. How much money you take? How much gold coin I can give you? Сказал, заплатит ей любые деньги. I can calculate after. Let me go. Сказала, потом посчитает. Давай сначала дело сделаем. Fall down. Show. He is a fallen soul. Let me prove. Lakshmira going there, you know, is a prostitute. He's going to show different kind of ugly picture, everything. Haridasa Thakur doing Hare Krishna, Hare Krishna. Haridasa Thakur, okay. And Lakshmira going to show some indication. Haridasa Thakur is a wait. И вот Haridasa Thakur сказал, подождать ей сейчас. Харинам, да повторяет. So nice, beautiful chap. Lakshmira going to understand wrong way, Haridasa Thakur going to speak differently. Haridasa going to speak rightly. I can accept your soul. Вот Haridasa Thakur имел в виду, что примет ее душу, не имел в виду ее тело. Но Лакахира подумала наоборот. She cannot understand. Went on with one night over. You told me that after Harinam you can do your Harinam. И вот уже утро подходило, утро уже наступило, и Haridasa Thakur извинился, сказал, что тут не успел закончить обетованное число кругов, давай завтра приходи, закончу и сделаем. И вот завтра опять наступила та же самая история. Haridasa Thakur не успел закончить обетованное число кругов. И вот на следующий день, что я сказал, что уже точно. И вот три дня она ходила к нему, Haridasa Thakur посадила рядом с Туласи, сказал, чтобы сидела, слушала Харинам. И вот она еще, когда приходила, наклонилась Туласи сначала и садилась где-то там рядом. И вот в течение трех дней она слушала святые имена, которые повторяет Haridasa Thakur. Слушала Харинам с лотосных уст Haridasa Thakur, а такое зря не проходит никогда. И реакция произошла в ее сердце, она ей стало стыдно, она начала просить прощения у Haridasa Thakur, сказала, что совершила великое оскорбление, Рамачандра Кан послал меня, чтобы опозорить тебя. Haridasa Thakur сказал, да я знаю, я скоро, все равно скоро ухожу, но чтобы спасти тебя, я находился здесь. И вот она начала плакать, просить о прощении, о спасении. Haridasa Thakur сказал, чтобы она пошла, приняла омовение в реке. И приходила с пустыми руками и прекратила заниматься своей деятельностью.
чтобы она жила его, в том месте, где он жил, повторяла харинам, служила Туласи, и с тех пор Лакшахира, она была очень целомудренная женщина. Она стала целомудренной женщиной. Настолько она стала настолько чистой, что обычная чистота перед ней как нечто дешевое. И поэтому великие махаджаны, великие ачарьи, они приходили, чтобы получить даршан лотосных стоп Лакшахиры. И это тоже возможно. И также возможно, что мы можем потерять веру, все возможно. Но что невозможно по милости Гуру и Вайшнава. Возможно все. Харидас Такур, он, смотрите, он не сделал Лакшахиру каким-то золотом. Он больше, как философский камень, который, если он прикоснуться им к какому-то железу, тот станет золотом. Спрашиваем они на индийском. Вот ученые приходят к выводу, что может быть такой материал. И Санатан Госвами у него был, он где-то, он его куда-то кинул в кучу глины. И вот Харидас Такур, он не сделал Лакшахиру золотом, я не могу так сказать. Я могу сказать больше, что Харидас Такур смог превратить Лакшахиру в такой философский камень, чтобы она своим влиянием она освещала нас. Как философский камень, который прикасается к чему-то, делает это золотом. И также Лакшахира, она стала не только чистой и святой, она обрела возможность очищать и освещать других. Может, она раньше была проституткой, но сейчас, если я увижу ее, я приму пыль с ее лотосных стоп и приму воду, омывшую ее стопы, поскольку я верю в могущество вайшнавов, материальное тело, все состоит из плоти и крови. Как можем любить это тело? Это обусловленность. И вот эту шлоку мы должны помнить. Я несколько лет назад произнес ее. Шабхава дурганди бининди тантари кале варе мутте пуриша бхавите раманти мура бираманти пандита. What I speak? Амедда пурне криме кита сампуле сабхава дурганди бининди тантари кале варе мутте пуриша бхавите раманти мура бираманти пандита. Дозва мурка. Те, кто глупцы, они стремятся к наслаждениям, но те, кто пандиты, мудрые, обрели милость Гуру Вайшнавов, они не стремятся к каким-то дешевым наслаждениям. Гуру Вайшнавы любят вас, но не в связи с вашим материальным телом, а в связи с душой. Это материальное тело, оно очень скверно, состоит из плоти, крови, испражнений, всяких червей, глистов. So amid the purne krimikita sangule svabhava durgandhi vinindi tantare kale vare mutre purisha bhavite ramanti mura. И те, кто пандиты, они очень осторожны. Это тело не то, что мы должны любить.
Но тело — это инструмент в наших руках. И Харидас-таку он достиг лотосных стоп Гауранги Махапрабху. И Махапрабху был очень рад, когда увидел Харидас-таку и сказал, что сейчас я чувствую полноту. А Харидас-таку сказал, что Махапрабху был сам полон, сам по себе. Причем тут я, преданный Бхагаван, он всегда являет какие-то лилы со своими преданными. Если бы не было преданных с Бхагаваном, то не было бы такой полноты лилы и Харидас-таку в итоге. Я детально не буду говорить, я кратко расскажу, что Харидас-таку, он присоединился к Махапрабху. Махапрабху, они проповедовали под руководством Махапрабху. И вот Харидас-таку говорит, что ты принял саньясу и пошел, а я старый человек. Я тоже возьму тебя. Пойдем со мной, я буду находиться с тобой. Махапрабху сказал Харидас-таку. И действительно так, когда Махапрабху... И вот Махапрабху, когда пошел в Нилачал-кшетру, и тогда Махапрабху, где Харидас, и почему я не вижу Харидаса, он сидел где-то в стороне, и Махапрабху позвал его, сказал: Харидас, тот начал плакать, сказал: Пача, душа, мусульманин, как я могу пойти внутрь, я могу осквернить всех преданных там, поэтому скажите Махапрабху, что не могу туда идти. И Махапрабху пришел и сказал. И вот Махапрабху пошел внутрь Гамхиры и сказал: О, Харидас, если не увижу тебя, то что же, как же жить? И тот сказал: хорошо, я дам тебе место, не беспокойся. Вот в Айтоте, это прекрасный сад около океана. Это то место, где ты будешь жить и повторять Харинам. И Махапрабху, он сам выбрал это место. И Рупа Санатана, когда они пришли, И вот Рупа Санатана, они когда пришли к Махапрабху в Пури, они сказали, что не могут заходить в Джагнат Мандир или в Гамхиру, они считали, что поскольку работали на мусульман, министрами осквернились и с таким смирением никуда не заходили. Смирение — это лучший путь, который мы можем привлечь внимание Бхагавана к себе. Некоторые имеют веру в какие-то ковачи, камни драгоценные и прочее, а в смирении нет. И таким образом Харидас-таку, он Харидас Тхакур doing
повторял Трилака Харинама, и это обязанность Бхагавана встретиться с преданными. Каждый день Махапрабху шел в храм Джаганатха. И просад Малу, Чандан Туласи и другой различный просад он приносил. Сначала он приходил встретиться с Харидасом. Кто может обрести такую любовь Махапрабху? Если какой-то другой преданный Махапрабху сначала, в начале всего ушел встретиться именно с Харидасом. О, Харидас! И он приходил к нему, получал даршан, Харидас такого угощал просадом. И смотрите, слава Харидас Такура, он намачарья, он лучший из всех ачарий. Он намачарья. Кришна нам дхари кото бол in Bengali. Кришна нам all power, all everything. What is not there inside is Кришна нам. Кришна нам дхари кото бол. So many kirtan. И вот множество киртанов. Бхактивинода Тхакур writing now to so many kirtan. So many things. They are writing. Then нам is the source of everything. Нам святое имя — это источник всего, источник даже всего творения. Вначале было слово, звук Кришна нам. И так или иначе, те, кто йоги, гьяни, они пытаются обрести связь с каким-то космическим миром, с бесконечностью. Но преданные они совершают нама-санкиртан. Через нама-санкиртан они могут все обрести, но чтобы избавиться от всяких беспокойств перед сном или еще когда-то, я могу показать что-то, что нужно делать. Если ваш ум беспокоен, то можно стать, умиротвориться. И вот так или иначе, имя — это источник, святое имя — это источник всего. Премер колика нам, or према, the ultimate objective, na? Finally, Кришна нам, like lotus flower. Кришна нам, он подобен цветку лотоса. Когда солнце, то есть лотос, он распускается под действием света. И также мы можем обнаружить, что внутри имени Кришны все лилы Кришны и все остальное. Вот в этой шлоке говорится. Харинам может открыться нам в соответствии с нашей искренностью и может показать, что внутри святого имени вся Кришна лила, Кришна Дама и все остальное. Как внутри этого манго, или внутри баньяна, то есть можно видеть внутри мелкого семени баньяна вырастает огромное дерево. И также святое имя — это семя, это суть всего. И в этом святом имени содержится вся Кришна Лила, Кришна Дама и все остальное, что связано с Кришной. Шри Чайтанья Махапрабху, он выражал наивысшее почтение Харидас Такуру, что Харидас Такуру, ты намачарья. Иногда Махапрабху говорит, зачем ты повторяешь так много святых имен? Махапрабху очень хитер. Хотел проверить его, зачем ты повторяешь так много Харинама?
ты уже пожилом возрасте можешь меньше повторять. Хайдас такого говорит, что мое тело еще не стоит стало, а вот ум уже стареет. И Махапрабху сказал, что ты Сидда Махатма можешь меньше повторять. И Махапрабху проверял его так, чтобы доказать его огромную, показать его огромную любовь к Харидасу Такуру. Однажды Говинда, это было наставление Говинде, что каждый день остатки пищи, остатки того, что они, остатки просада после Махапрабху, нужно было относить к Харидасу Такуру. Махапрабху дал наставление своему слуге Говинде. И вот однажды пришел, а тот сказал, что не может ничего есть. А почему? Поскольку не может закончить свой харинам, то сказал, что поешь потом, да повторяешь. И Харидасу Такуру был непреклонен, он сказал, что оставь просад, я вот выражу почтение, взял листик туласи, съел, сказал, что повторю все обетованное число харинама и потом поем. И потом что случилось, когда Махапрабху пришел, в предыдущий день, о, Харидас, как ты? О, мое тело как бы хорошо более-менее. Ум беспокоен, что же делать? Ты, Сидда Махатма, можешь меньше харинам повторять? Нет, не могу меньше. Невозможно. И он пригласил Господа. О, Прабху, у меня просьба к вам. И какая просьба? Я думаю, что вы уйдете скоро из этого мира. Харидас Такур сказал Махапрабху. О, Махапрабху, видится мне, что вы уйдете из этого мира очень скоро, но благословите меня, чтобы я ушел перед вами, поскольку я не хочу видеть эту лилу вашего ухода. И тогда Махапрабху сказал, что все мои лилы, они с тобой, если ты хочешь уйти, с кем я буду совершать свои лилы. Я... Харидас ответил, что если такое незначительное насекомое, как я, помрет, то что изменится в вашей жизни? Есть множество преданных, кроме меня. И вот Махапрабху просил. И все же Харидас такого сказал, что не хочет увидеть лилу ухода Махапрабху. Кришна очень милостив. Кришна может исполнить желание всех. Махапрабху не сказал, что он Кришна, а вот сказал так. Кришна спас меня из ада. Кришна всегда может помочь. Махапрабху сказал таким образом и ушел. И на следующий день, поскольку это была просьба Харидаса Такура, что когда я оставлю свое тело, ты можешь находиться передо мной, я буду видеть твой лотос, твои лотосные уста, я буду видеть твое лотосное лицо и держать твои лотосные стопы на своей груди. Я хочу оставить тело, таким образом повторяя Шри Кришна Чайтанья. Махапрабху ничего не сказал. И тогда Махапрабху пришел, Харидас Такуру пригласил его, и он увидел лотосный лик Гуранги Махапрабху, взял его лотосный стоп к себе на голову и сказал Шри Кришна Чайтанья и оставил с этими словами свое тело. И когда Харидас Такуру оставил тело Махапрабху, если я могу показать его вам, его состояние, если я могу показать вам состояние Харидаса Такура, то тогда вы поймете. Точнее, Харидаса, состояние Махапрабху после ухода Харидаса Такура. Махапрабху взял тело Харидаса Такура и начал танцевать и плакать, как сумасшедший, и сказал всем преданным, что
сегодня день ухода Харидас Такура, и я вспомнил, как уходил Питамаха Бишма. Он хотел оставить тело в соответствии со своим желанием. Харидас Такур, он также хотел оставить свое тело и оставил в соответствии со своим желанием. И вот он хотел и оставил свое тело, как Питамаха Бишма. Я не смог оставить его, сохранить его в этом мире. Как только он пожелал оставить свое тело, он его с Кришна одобрил, и он оставил. Махапрабху сказал. Сам Махапрабху говорит, помните, не думайте как-то иначе о Гуру Вайшнава. Вы знаете их положение. Кто-то думает, что они такие же, как мы, состоящие из плоти и крови, но это не так. Так или иначе, Гуру Вайшнава очень умны. Они хотят спасти нас. Если мы не хотим быть спасенными, то они все равно попытаются спасти нас. И вот Махапрабху говорит, Кришна настолько милостив, что по его беспричинной милости я был удачлив обрести общение Харидас Такура. Махапрабху говорит такие слова Кришне. Но сейчас Кришна, он, вся воля, она находится в Кришне, и сейчас по его желанию Кришна по своей беспричинной милости он позволил мне обрести общение с Харидас Такуром. И вот Махапрабху плачет и говорит, Кришна очень милостив. Но воля Кришны, она полностью с ним. Даже если я хотел бы сохранить Харидас Такура, то я бы не смог. И вот он взял святое тело Харидас Такура с огромной любовью. Даже у матери нет такой любви к своим детям. И вот любовь Махапрабху нельзя сравнить с любовью какой-то материальной матери, она гораздо больше. И вот он взял тело Харидас Такура и начал танцевать с ним. Все преданные организовали процессию с воспеванием святых имен, и они дошли в Пури, до Сваргадвара. Там, где Харидас Такур, putting Haridas Thakur with tears rolling down the cheeks, Mahaprabhu, heavily, with the tears of Mahaprabhu, everybody taking bath, and Mahaprabhu taking the body of Haridas Thakur своими слезами. Он плакал и плакал. И потом они выкопали место под самадхи и все поместили туда Харидас Такура. Все преданные помогли засыпать это самадхи песком, и потом сверху Махапрабху посадил туласи и Мах сказал, то, что это моя обязанность организовать пипера в честь Харидас Такура. Я не имею ни копейки денег, но постараюсь что-то сделать. И вот он пошел в храм Джаганнатха просить просад, что мой Харидас сейчас он уходит из этого материального мира, я хочу организовать какой-то праздник, какой-то пир в его честь, и прочие панды.
с Ананда Базара начали давать ему различные просад. Достаточно было накормить 5000 человек. И Сварупа Госай, и другие преданные сказали: «О, Махапрабху, хватит, мы сейчас пойдем, принесем все, идите. Нехорошо, если вы будете все это нести». И вот они все это взяли и унесли на Айтоту, и там начался пир. И вот под именем Хальдастакура Махапрабху, ну, ты совершал санкиртан, потом перед принятием прасада начали возносить джайатхвани. И Махапрабху сказал, что я буду раздавать прасад в честь моего Харидаса. Но преданные сказали, что если нет, вы сами сидите и принимайте, поскольку если вы будете раздавать, никто перед вами не будет есть. Поэтому лучше сидите и ешьте. И Махапрабху сказал: те, кто присоединились к санкиртане в честь ухода Харидастакура, те, кто принимают прасад, те, кто помогали засыпать самадхи Харидастакура, они все достигнут успеха в этой жизни. И Махапрабху сказал, что еще до этого вначале они омыли тело Харидастакура в океане. И вот Махапрабху сказал океану: «Океан, ты сегодня стал святейшим местом во всей Вселенной, поскольку твои воды омыли святое тело Харидастакура, моего Харидастакура». И таким образом Харидастакура, день ухода практически невозможно обсудить. И вот еще сегодня день ухода Бхарати Махараджа. И вот Харидастакур и Санатан Госвами, они жили там в одном месте, около Сидабакула, и Харидастакур говорил, что вы очень удачливы. Махапрабху дал вам место во Вриндаване и множество служения. И Санатан и Харидас сказал, что вы лучший из преданных, но Санатан возразил: нет, вы лучше, вы намачарья. И поэтому Санатан Госвами сказал такие слова: Ачар пучар намер корохуди карджо, туми сарва гуру, туми сарва джагатер аджо. И вот это топмост. Что вы лучший из всех преданных, поскольку вы вот Харидастакур говорит, что вы повтори не только следуйте всему и повторяйте трилака святых имен. И ну, то есть еще не только говорите, а то еще и делайте то, что говорите. И вот также сегодня день ухода великого Махаджана. И у меня была возможность обрести общение с ним. Кто-то пытался обмануть меня. Я очень опечален. И вот кто-то говорил, что Бхарати Махарадж куда-то и пошел прославить того саду или того саду сказать то или иное. То есть люди какую-то смесь сделают из всего, без каких-то конкретных вещей. И вот я хочу привести несколько примеров из лилы Шри Чайтаньи Махапрабху, чтобы понять, насколько умны и хитры гуру Вайшнава. Бхарати Махарадж не может совершить никаких ошибок, я не верю в это. Я не могу поверить, что он совершил ошибку. Я хорошо его знаю, он очень умен, очень хитер. Я очень много узнал от него. И если я скажу, что он любил меня, это самореклама, я не хочу говорить такого. Он любил меня, это подобно рекламе, но
не хочу говорить это плохо, но только иначе. Я был удачлив находиться с ним, ездить на проповедь, поскольку Бхарати Махарадж смотрел на меня и понял мою боль в сердце, я не мог есть. Ну, Махарадж, как бы, где попало, не ест, то, что для всех готовят, тоже не ест. Но Махараджи высокие принципы очень, поэтому сложно с едой, поститься приходится часто. Поскольку если на кухню зайти, ну, в общем, Махарадж не нравится текущее положение дел, как готовят, мало чему следует, и поэтому не ест. Какие-то матаджи там ходят. В общем, Махараджу поститься пришлось. Тиртха Махарадж тоже говорил, я вот на Вьясасане нахожусь и говорю правду. И вот Гакулдхаме вот такая вот ситуация была, мне поститься пришлось. И вот Бхарати Махарадж пригласил меня, сказал, что может мой прасад есть, что для меня готовит. Но это Бхарати Махарадж мог так сказать, я его севак никогда так не мог сказать. Но я не мог к нему тоже прийти, попросить, чтобы он для меня тоже готовил. И, в общем, Бхарати Махарадж понимал мою ситуацию и дал свой прасад мне. И вот он говорил севаку, чтобы побольше готовил. Вот в Чандигархе и прочих местах тоже такое было. И таким образом, Гуру Вайшнава, я не могу использовать Гуру Вайшнава как инструмент своей проповеди. Пытайтесь понять это. Я не могу использовать Гуру Вайшнава как инструмент своей самопроповеди, саморекламе. Даже после моей смерти я не хочу, чтобы кто-то поставлял меня, я хочу умереть невидимым и неизвестным. Это формула Вамана Госвами Махараджа, но если я оставлю проповедь, то не смогу говорить Харикатху. Но поверьте мне, я хочу умереть невидимым и неизвестным. А что Бхагаван организует для меня, я не знаю. И вот таким образом это, я обрел общение с Бхарати Махараджем, и те, кто может понять сердце Бхарати Махараджа, они не могут такого сказать, что Бхарати Махарадж был благосклонен к каким-то сахаджиям на пути Рагануга и Рупануга Бхакти. Те, кто понимает сердце Бхарати Махараджа, никогда так не скажут, иначе это невозможно было бы для моего Гуру Падмы сказать, что если я оставлю это тело, если какие-то проблемы случаются, то можешь спросить совета у Бхарати Махараджа. Он дал правильный совет. Я следующий Бхакти Валапья Тиртха Госвами Махараджа, Бхарати Махараджа, но внешне каким-то обманным явлением я не следую. И вот спор возник, когда я говорил о Харикатху в Батинде, много людей начали возмущаться, и я продолжал говорить Харикатху, и вот вот люди возмущались, а там с Киртаном Тулси история была. И вот
Ну, в общем, Махарадж говорит, что Туласи Махарани, Вринда Махарани не авторитетный киртан и полный апасиданты, полностью причем такой апасиданты киртаны, откуда он взялся и зачем его поют, непонятно. И вот, в общем, народ возмущаться начал, потом... А потом, ну, пример ваш привозит, если кто-то Катяга побрился и пришел к Кирти Махараджу, например, это не значит, что, а тот ничего не сказал, то это не значит, что можно бриться в Картике. Вот в этом киртане к Вринда Мак говорится, к Туласи обращается, как к матери. Но это неправильно, поскольку Туласи — это не наша мать, а Саки Кришны. И вот народ очень возмущаться начал. И Бхарати Махарадж был в Чандигархе, и какие-то преданные с таким сомнением пошли к Бхарати Махараджу, чтобы разоблачить меня. Они не говорили, что чем Баба сказала, а просто спросили, что возможно ли говорить в адрес Туласи мать. Можно ли ее матерью называть? Бхарати Махарадж сказал, никогда такого не говорил, не слышал. Он ответил таким образом, чтобы спора не возникло. Вот народ поехал к Бхарати Махараджу. Сказали, что вот вопрос такой, можно ли Туласи матерью назвать? Бхарати Махарадж подумал и сказал, что такого не говорил никогда. Это значит, что Бхарати Махарадж правильно говорил про тот киртан. Если мы к Радхарани или к Туласи будем обращаться как к матери, то никакого Гауди Бажна и никакой Расалилы не получится. И когда я начал объяснять Бхагаватам, тоже какие-то люди начали возмущаться, что Гуру Махарадж только Гаджендра Мокшу обсуждал во время картика. Но Махарадж сказал, что они не их слуга, чтобы говорить то, что они просят, а будет говорить то, что считает нужным весь Бхагаватам, а не только седьмую песню. И вот из этих случаев можно ли подумать, что Бхарати Махарадж подписался на каких-то сахаджи и исследования им? Не может быть такого. Но с тем киртаном Бхарати Махарадж сказал, что никогда не видел, чтобы во время Шрилы Мадхава Госвами Махараджа Шри Чайтанья Гауди Матхи его кто-то пел просто так, когда получилось, что кто-то нашел какой-то киртан, не думая, что он совершенно всему противоречит, начали петь в честь Туласи. Ну а Гурудев как не обратил внимания на это и не сказал, что не нужно петь. Но это, опять же, не значит, что его нужно петь. Есть более достойные и правильные киртаны. Before Sanatana Goswami, Rupa Goswami, you know already. First of all, when Rupa and Sanatana Goswami was successful to make him free after a long time. Anyway, so when they are going there, Mahaprabhu is going to the house. Then, И вот Махапрабху пришел в дом Валабхачарьи, принял воду, омывшую его стопы. И Валабхачарья принес поклоны Рупе Санатане. И вот что я хочу сказать всем этим. Он поклонился Рупе Анупамани.
убежали, сказали, что тот к ним не прикасался, что они с низкой, с очень низкой касты, низкой скверной семьи, поэтому лучше их не трогать. А Махапрабху засмеялся, что вы из высочайшей брахманской касты. Смотрите настроение Махапрабху. И все это мы можем узнать по милости Гуру Вайшнав, когда Сиддхартха Госвами Махараджа или Шрила Прабхупад пролил на кого-то милость, как это узнать? И вот Махапрабху сказал Валлабхачаре, что не... Сказал, что не с низкой касты, их не трогать. И как это понять? Если Махапрабху говорит так, то... Но Махапрабху никогда лжи не говорит. Но что в этом случае? Хотел ли Махапрабху обмануть этого Валлабхачарю? Но это не значит, что он ничего не знает. Махапрабху просто хотел обмануть Валлабхачарю, чтобы разрушить его ложное эго. И таких много примеров из жизни Махапрабху. И когда Сарвам Бхаттачарья встретился с Махапрабху, сказал, что ты очень молод, так прекрасен, как ты можешь Брахмачарью соблюдать, я позабочусь о тебе. И тот сказал, я очень удачлив, поскольку... И вот тут это Махапрабху кто-то сказал, что может о нем позаботиться, научить его веданте. Махапрабху обрадовался, а ты сам вам Бхаттачарья предложил ей свою помощь и поддержку. И Махапрабху согласился, но смотрите. Если Махапрабху выразил почтение Сарвабхауме Бхаттачарье, это не значит, хотя, смотрите, Сарвабхауме Бхаттачарье был майявади в то время, но потом под влиянием Махапрабху он стал преданным, и Махапрабху выразил его почтение и принял его покровительство только для того, чтобы изменить его сердце. И если поместить меня, например, на какое-то собрание, что там делать? Я удачлив, что да, свои же сегодня, до сегодня я не попадал в такие обстоятельства, чтобы не приходилось выкручиваться, какую-то драму играть. В общем, Махарадж таких мест избегает просто. Гуру Вайшнава Бхагаван, они не говорят лжи. Если мы подумаем, что Бхагаван врет, это неправильно. И примеры могу привести. Когда Рупа Госвами Пад, он хотел решить какую-то экономическую проблему. Перед тем, как оставить дом, он хотел раздать свое богатство Брахману и Вайшнавам. И у него было 10 тысяч, он где-то 10 тысяч золотых монет спрятал, чтобы старший брат, воспользовался ими, когда надо будет. И вот он уходил из дома, все решил раздать. И немножко оставил для поддержания семьи, для матери Джива Госвами Пада, для самого Джива Госвами, который был маленьким ребенком в то время. И Рупа Госвами послал эту информацию Санатане, что 10 тысяч золотых монет каким-то честным человеком лежат на всякий случай.
И Санатана Госвами сказал, а тот Санатан в тюрьме еще сидел. За то, что царя не слушается, что не хочет быть премьер-министром. Ему надоело, хотел в отпуск уйти, и царь в отместку посадил его. И вот он, Санатан, сказал этому тюремщику, что в своей жизни так много вещей для тебя сделал, ты помнишь, да? И вот этот мусульманин говорит, так много вещей для тебя сделал, сегодня хочу, чтобы ты отплатил мне, да, отпусти меня, не-не. Царь же придет, убьет меня, как я тебя отпущу. Нет, царь не узнает, скажи, что с утра пошел в туалет и прыгнул в Гангу и утонул. Была цепь у него, и на ноги груз какой-то, царь поймет и ничего не сделает тебе, еще тебе 2000 золотых монет дам. Вот тот начал думать, хорошо, 3000 золотых монет, хорошо, 4000, да, конечно, отпустить я могу, но царем-то что делать? И вот, в общем, он согласился за 4000. Санатан сказал этому тюремщику, что если царь спросит про меня, скажи, что был привязан, ноги были связаны цепью, замкнуты на замок, и он пошел в туалет и в процессе прыгнул в Гангу и утонул. А тот Санатан пообещал ему, что станет дарвишем, этим мусульманским святым, и тот его никогда не увидит больше. И вот если сказать, что Санатан Госвами солгал, это нехорошо. Но нет, Санатан Госвами не говорил же все, что мы делаем для Бхагавана, для его пользы. Это хорошо. Если я говорю ложь, хотя бы слово лжи ради служения Бхагавану, это служение Бхагавану. Сам Бхагаван говорит. Если мы совершаем множество видов дармы, но не ставим Кришну перед всем этим, ну, то есть не делаем это ради Кришны, то все это дхарма, поскольку голова всей дхармы, суть всей дхармы – это Кришна. И поэтому Гуру Вайшнава очень умный. Шридхар Махарадж мог правильно ответить на вопросы всех сахаджи, которые к нему приходили. И вот он думал, что если проявит какое-то гостеприимство, они будут привлечены этим, что они слышали какую-то ложную философию от своего гуру, но услышат подлинную философию, увидят разницу и поймут, где настоящий истинный путь. То есть Шридхар Махарадж так мягко действовал. И вот этих, даже те, кто приходили к Шридхар Махараджу, Шридхар Махарадж говорил прекрасную философию, говорил о том, что говорил Шрила Прабхупад Бхактисиддханта Сарасвати. И те, кто услышал то, что их гуру говорил, они даже не вспоминали. Если бы Шридхар Махарадж как-то активно пытался проповедовать, опровергать утверждения всяких ложных гуру, то возмущение бы, скорее всего, встретил.
а не принятие, как в случае стиле его проповеди. И вот Читара Махарадж с таким настроением, чтобы изменить их, он очень мягко действовал. Бхакти Махарадж не может сказать никогда никакой неправильный сиддхант, я не верю в это. Он великий вайшнав, и вот сегодня времени мало, я вечно благодарен Бхакти Махараджу. Он руководит мною. Он особая личность. Никто не может найти какие-то недостатки в безупречном характере Бхакти Махараджа, обусловлено душами. Их ум нестабилен, мечется туда-сюда. Но ум Бхакти Махараджа был очень сконцентрирован. Никто не мог. Отклонить его от подлинного пути. Он был очень аккуратен, стабилен, безупречен перед... Поведение Бхакти Махараджа было идеально, его характер был идеален. Если он был один в комнате, какие-то матаджи заходили в его комнату, Бхакти Махарадж сначала звал севака или открывал двери, звал кого-то, чтобы, ну, чтобы не находиться наедине. Махарадж тоже куда-то приезжает, объявление делает, если кто-то хочет встретиться с Махараджем. Чтобы с 10 до 11, скажем, приходили, но с матаджи приходит, то даже с мужем приходить, или с братом, или с сыном, или еще с кем-то, в общем, в одиночку не приходить. Ну, может, я честен, но кто-то может какие-то сомнения выражать, поэтому... This is the character of Mahaprabhu. This is the character of our Guru Bhargava, Madhav Goswami Maharaj. This Bhakti Vigyan Bhargava. I learned so many things. I'm grateful. I'm bound to confess. I'm taking kippa from the lotus feet. Поэтому, чтобы не провоцировать никого, нужно вести себя идеальным образом. So, и вот today I'm going to... сегодня я заканчиваю.